Детские оздоровительные лагеря закончили первую июньскую смену веселым праздником. В 49-ю школу пришли ребята из других образовательных учреждений для того, чтобы представить свои отряды на традиционном фестивале «Здравствуй, лето». Визитки школьников оценил Евгений Кондращенко. Ура! Лето! Хоть июньская погода особенно не радовала ребятишек, но мурманские школьники не унывают. Программа летнего лагеря очень насыщена. Мы ходим на разные экскурсии, на пожарную часть, в художественный музей и в разные другие места. Больше сотни воспитанников пошли в первую смену оздоровительного лагеря «Маяк», на базе которого и проводится фестиваль. А всего по Мурманску уже успели отдохнуть 840 ребят разных возрастов. Здесь дети с 1 по 7 класса, то есть это начальная школа и среднее звено в основном. Традиционный июньский фестиваль удалось организовать благодаря сотрудникам Дома творчества имени Бредова, которые каждый день приходят в летние лагеря, проводят с детьми занятия по разным направлениям. Это пение, игры, хореография и многое другое. Юные мурманчане очень довольны таким активным отдыхом. Некоторые занятия длятся до того момента, пока у ребятишек не кончится энергия. Дети всегда рады и просят продлить это или мероприятие, или соревнование. Давайте еще поиграем, давайте попоем, давайте еще потанцуем. Родители отправляют детей в пришкольные лагеря по разным причинам. Во-первых, не у всех есть возможность вывести своих чад на юг. Во-вторых, это всем по карману. Первая смена стоила 1000 рублей. И питание было усиленное, и витаминизация блюд проходила витамином С, и очень развлекательная, разнообразная была программа у детей. Поэтому вот я считаю, что очень большие плюсы от этого отдыха, который организован администрацией города для наших мурманчан. Фестиваль «Здравствуй, лето» поставил точку июньского периода работы оздоровительных лагерей, но северный отдых продолжается. В июле лагерные площадки посетят 440 школьников, а в августе 360.